Всем привет, с вами Кривуля Андрей Черли, и это четвертая часть урока Parnatrix Braid Workflow. Предыдущую часть можете посмотреть, нажав на подсказки вверху. Как вы помните, в ней я остановился на лепке Base Mesh волос 3D Code и на еще одном преимуществе Maya перед Max – возможностью строить сплайны и в этот момент скрывать геометрию без прерывания построения. Как раз сейчас об этом поговорим и еще о нескольких секретных моментах, которые узнаете, посмотрев этот урок. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. Я показываю этот метод лишь потому, что он может пригодиться. Иногда я делаю наброски формы в 3D Code, ZBrush TE и обвожу кривыми, но чаще всего сразу строю прическу внутри Maya с помощью Ornatrix кривых. Но мы сейчас говорим не об этом. Итак, я сделал скетч такой формы. Теперь mesh волос делаем лифт для кривых и рисуем на нем CV Curve. Во время рисования кривой вы можете поворачивать модель, и это есть в 3ds Max. Но если у вас стоит задача нарисовать кривые в том месте, которое закрывает mesh, то если вы выберете его в Max, чтобы скрыть, у вас прервется создание кривой. В Maya же вы можете это сделать и продолжить ее построение. Причем в любой момент вы сможете скрывать или показывать модель, не прерывая построение кривой. Теперь отправляем эти объекты в 3ds Max, чтобы повторить те же самые операции и убедиться в том, что ничего не получится. Включаем привязку по Face, включаем построение кривой и теперь во время этого действия попробуйте выбрать объект. При этом нужно сделать это так, чтобы не прервалось построение кривой, как мы это делали в Maya. Как бы вы ни старались это сделать, у вас ничего не получится. Следующая причина, по которой я выбрал Ornatrix для Maya, это удобное сохранение пресетов отдельно для каждого выбранного модификатора. В Max вы можете сохранить общий пресет прически с помощью данной кнопки. В Maya она, конечно же, тоже есть. Но если вы сейчас выберете любой из модификаторов, участвующий в создании прически, у него в атрибут эдиторе будет кнопка Presets, позволяющая отдельно сохранить настройки только для этого модификатора, не нарушая остальные. Лично мне это кажется очень удобной функцией, которой не хватает в 3ds Max. Итак, это все, что я хотел рассказать о причинах перехода на Ornatrix Maya. Теперь я начинаю рассказ о своем workflow для создания кос, косичек, дред и так далее в Ornatrix Maya. Итак, создаем обычную сферу и приступаем к созданию кос. Для создания косы, как я ранее говорил, я использую путь, который рисую с помощью Paint VFX Tool или Ornatrix. А также скрипт, который я также показывал в предыдущих уроках и который я перенес в Custom Shelf. Это Braid Maker. То есть, изначально ваша задача состоит в том, чтобы нарисовать кривую или несколько кривых, которые можно превратить в косы. Давайте сейчас об этом поговорим. Чтобы рисовать на этой сфере, идем в Generate и выбираем Make Paintable. Затем снова Generate Paint Effects Tool и рисуем три любые кривые или больше. После чего выделяем эти кривые и превращаем в Curves с помощью Modify Convert Paint Effects to Curves. После чего удаляем Stroke Brushes. Выделяем группы, которые получились после конвертирования и делаем Ungroup в меню Edit. И чтобы снова повторить эту операцию, нажимаем клавишу G. В итоге у вас будет три кривых, которые можно использовать для создания кос. Но перед тем, как превращать эти кривые в косы, идем в меню Curves, делаем Rebuild с значением 10 Number of Spans. Обычно хватает 5-10 точек. И сглаживаем кривую с помощью Smooth с небольшим значением. Например, равным 1. Также вы можете нарисовать кривые с помощью нового режима в Ornatrix. И я считаю его более удобным, так как PaintFX вам не позволяет удобно расчесывать, позиционировать и так далее. Чтобы это сделать, кликаем на данную иконку и используем пресет Furball. Затем удаляем все модификаторы, кроме Edit Guides.
выделяем его, активируем Root Mode, кликаем на любой из гидов, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift плюс I. И удаляем все эти гиды с помощью данной кнопки. Оставшийся гид или гиды можно расчесать. И конечно же вы можете нарисовать новые с помощью инструмента Draw Strand Tool. Настройки данного инструмента находятся в Tool Settings. Я поместил данную вкладку на панели справа, но у вас может ее не быть. Для того, чтобы открыть Tool Settings, идем в меню Windows, General Editors и кликаем на Tool Settings. У вас появится окно, которое можно будет поместить на любую из панелей. Теперь поговорим о настройках в этом окне. Их всего три. Включение Draw Along Surface позволяет вам рисовать кривые по поверхности. Если выключить данную опцию, вы сможете рисовать их в пространстве. Apply Smoothing применяет сглаживание кривой. И Point Count отвечает за качество кривой. Чем больше это значение, тем она будет плавнее. Я обычно указываю 30 точек и для большинства задач этого достаточно. Потом при желании можно оптимизировать это значение с помощью специального модификатора для всех нарисованных кривых. Итак, как только вы сделали все нужные настройки, рисуем кривые. Преимущество этого метода в том, что вы можете выбрать любую из нарисованных кривых и расчесать, заплести и так далее с помощью удобных инструментов Varnatrix. Для того, чтобы влияние кисти учитывалось только для выбранного гида, в настройках выбираем Effect Selected Only. И для плавности формы выбираем Resample Strands. Теперь можно приступать к редактированию. Просто рисуя кривые с помощью PaintFX, вы не имеете такую возможность. Поэтому я рекомендую использовать именно данный метод. После того, как вы нарисовали гиды, у вас конечно же возникнет вопрос. А как теперь их конвертировать в кривые? Для этого в Varnatrix есть специальный модификатор, который назначается поверх Edit Guides. Он называется Curves from Strands. Затем, после того, как вы назначили данный модификатор, вам нужно удалить всю историю. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на самом верхнем Furball Shape. И выбираем Delete History. В итоге вы получите объект с кривыми и конечно же теперь возникнет вопрос. Как их разделить на отдельные объекты? Честно, я долго искал ответ на этот вопрос на разных форумах, в официальном хелпе и так далее. Не поверите, но в Maya нет такой стандартной опции. Самое смешное, что да, вы можете показать все шейпы, нажав правой кнопкой мыши на этом объекте. И выбрав Shapes, вы не сможете их вытянуть, зажав среднюю кнопку мыши. Curves есть опция Detach, но с помощью нее у вас не получится разделить сразу же все кривые. То есть, если у вас их очень много, это достаточно нудное и глупое занятие. Но решение конечно же есть. И это замечательный скрипт, который написал мне создатель BraidMaker. Abhishek Karmakar или просто Akash. Данный скрипт вы можете скачать в моем блоге charlietoots.blogspot.com на странице материалов о Toots. Когда перейдете на нее, спускайтесь в самый низ и там вы увидите категорию Varnatrix Braid Workflow. И ссылку на архив, содержащий этот скрипт и идентичный для 3ds Max. В папке с Maya будет текстовый файл с Python скриптом. Сейчас я расскажу, как его можно использовать. Итак, как же можно использовать данный скрипт для решения нашей задачи с кривыми? Выделяем объект с ними, нажимаем правую кнопку мыши, кликаем на Shapes. Затем, после того, как появились все кривые, выбираем их с зажатым шифтом. После вставляем текст скрипта в панель для скриптов, предварительно поменяв Mail на Python. Затем выделяем весь текст с помощью комбинации Ctrl плюс A. И средней кнопкой мыши перетягиваем на шельф. После чего у вас появится стандартная иконка, которую можно поменять на любую вкладке Shelves. Для этого просто указываем путь к ней с помощью Icon Name. И
И, конечно же, теперь с помощью данной иконки кнопки можно запускать работу скрипта. Или если вы не хотите создавать такую кнопку, просто нажмите Enter, когда вставите текст в поле для ввода скриптов. В итоге вы получите отдельные кривые. Теперь можно нажать правую кнопку мыши и выключить Shapes. Затем выделяем все кривые, идем в Modify, Freeze Transforms, Modify, Reset Transforms и удаляем историю с помощью Edit, Delete by Type, History. И эти кривые будут готовы для дальнейшей работы. 3ds Max тоже все очень просто. Выделяется объект с кривыми, которые хотим разделить на отдельные объекты. Затем идем в Scripting, Run Script. И выбираем скрипт из папки 3ds Max в скачанном архиве. В итоге у вас будет объект с этими кривыми, и они же по отдельности. Итак, я думаю, с этим у вас не будет проблем. Теперь поговорим о превращении этих кривых в косы. Открываем скрипт BraidMaker, о котором я уже говорил в предыдущих частях. Выделяем все кривые, и у скрипта есть несколько опций. Load Scalp Surface Mesh и Orient Braids to Scalp Surface позволяют привязать кривые к поверхности. Для этого просто выбираем объект и кликаем на синюю кнопку. Далее задаем радиус косы, количество узлов и количество точек деформации. Чем больше, тем плавнее коса и ее форма. Я обычно ставлю это значение на максимум. Количество узлов зависит от ваших требований и длины кривой. Для начала давайте установим значение равное 15. После чего нажимаем на Create Braid. И у вас клонируется главный объект и появятся косы. Сразу же скрываем клон с помощью комбинации Ctrl плюс H. И приступаем к редактированию кос. Кстати, важный момент, о котором я забыл рассказать. Перед тем, как перередактировать косы, вам нужно применить Rebuild с любым значением количества точек, но не меньше 10. И затем просто сгладить кривую с помощью Smooth. В Smooth силу сглаживания обычно ставлю равной 1. После чего уже можно применять BraidMaker скрипт. Теперь поговорим о редактировании. Вы можете редактировать сразу все косы или каждую по отдельности. Давайте выберем все и нажмем Edit Braid. Во время редактирования вы можете заметить, что косы не лежат на поверхности. Иногда возникает такой момент и его очень легко можно поправить. Для этого изменяем значение параметра Braid Roll. Braid Twist позволяет вам скручивать косу, и я его часто использую еще для одной задачи, когда нужно просто выровнять направление косы по отношению к сложной поверхности. Также, если вы будете менять эти графики, то пожалуйста запомните правила. Эти изменения будут влиять только на последнюю выбранную косу, и для того, чтобы применить их к остальным, вам нужно скопировать эти параметры. То есть сначала делаем настройки одной косы, в данном случае это третья по счету. После чего просто нажимаем правую кнопку мыши в области графика, настройки которого хотим перенести на другие косы. И выбираем Copy Graph. Затем выделяем нужную косу, нажимаем Edit Braid и переносим настройки с помощью Path to Graph. То есть, как вы уже поняли, пока нет возможности сохранять пресеты и я надеюсь, что в дальнейшем Akash добавит эту возможность. Давайте перенесем настройки второго графика и я расскажу об остальных. На самом деле, Akash создал достаточно интуитивно понятные настройки, и в них нет ничего сложного. Просто меняем параметры и наблюдаем за изменениями.
Если коса пересекает поверхность, вы можете это исправить. Благодаря скрипту косы четко привязаны к нарисованным кривым. И редактируя их точки, все изменения будут автоматически применяться к ней. Вы можете нажать 4 и включить режим прозрачной сетки, приступая к редактированию. Но я вам покажу тот метод, который использую в своей работе. В вкладке Show вы можете выключить отображение полигонов для одного вида. Таким образом, вы будете видеть все кривые, которые хотите редактировать. Чтобы редактировать точки, нажимаем F9 или правую кнопку мыши, выбрав меню Edit Point. Так как точек много, вам удобнее будет редактировать их с помощью Soft Selection. Для этого нажимаем клавишу B и регулируем радиус влияния с помощью зажатой левой кнопки мыши и этой же клавиши. Как только вы передвинете точку, вы сразу же увидите влияние на косу, привязанное к этой кривой. Но включение или выключение отображения полигонов тоже не очень удобно. Поэтому есть другое, более удобное решение. Для этого идем в Panels и настраиваем Layout. Например, пускай будет два окна, в одном из которых мы скроем полигоны, а в другом покажем. Удобство этого метода заключается в том, что положение камеры привязано на обоих видах. То есть, апдейт вьюпортов происходит синхронно. В окне с полигонами можно включить Ambient Occlusion с помощью данной иконки, чтобы лучше видеть пересечение. И таким образом, у вас будет удобный визуальный вид и вид для редактирования кривых. Опять же, при желании вы можете оптимизировать кривую и задать любое количество точек для удобства. Только, пожалуйста, учитывайте тот момент, что качество скиннинга косы может стать хуже. Чтобы сделать ребилд кривой, переходим в меню Курс, кликаем на квадрат рядом с ребилд. Я рекомендую ставить не меньше 10 точек. Как только вы установите это значение, ваша кривая перестроится и косой будет намного удобнее управлять. Затем, если хочется более точного позиционирования, снова делаем ребилд и ставим нужное значение в количество точек. Преимущество скрипта заключается в том, что в любой момент вы можете редактировать эти точки, заходить в редактор кос и вносить какие-либо изменения до тех пор, пока не нажмете кнопку Bake Braid. Еще скрипт интересен тем, что для каждой косы создается группа, в которой есть дополнительные кривые, о которых мы сейчас поговорим. Так вот, когда вы уже уверены, что не будете вносить изменения в форму, можно нажать Bake Braid. И таким образом, у вас формируется главный mesh и три кривых, из которых создавалась форма косы. Удаляем Braid Mesh, если в нем нет необходимости. И теперь, имея три кривые, вы также можете заплести косы. Естественно, потом можно редактировать их и получить сложное плетение. Я думаю, теперь вам понятно, как работать с данным скриптом. И у вас не возникнет никаких проблем в понимании данной концепции. Косу можно удалить с помощью удаления всей группы. Это все, что я хотел рассказать в данной части. В следующем уроке уже начну рассказ о том, как делать такие переходы и вплетение волос в косы. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же, делитесь данным выпуском через кнопку «Поделиться». Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир!